В среднем около 40 человек в день открывают дверь в здоровую жизнь. Именно столько людей ежедневно проходят диспансеризацию. А именно ранняя диагностика – залог успешного лечения. Медосмотр проводят в день обращения. Работающие могут прийти на обследование в субботу. Валерию Мансурову исполнилось 50 лет, и жена отправила его обследоваться. Мужчина решил не ждать выходных, пришел, заполнил анкету по состоянию своего здоровья, сдал анализы и прошел прием врачей. Говорит, несмотря на разгар трудового дня, сложности у него не возникло. Ну, поработать мы всегда успеем, а здоровье-то одно наше. Диспансеризация стала доступнее. Без дополнительных направлений можно пройти сразу несколько специалистов, говорит Вера Коробейникова. Сейчас женщине 80 лет, она следит за своим здоровьем и регулярно посещает врача. 5 лет назад у нее обнаружили заболевание. Благодаря ранней диагностике удалось вовремя сделать операцию. Диспансеризация – это ответственный. Она как начинает, давайте это. Ты ее здесь просить не надо. Она тебе сразу скажет, вот это надо. Че, на что еще жаловать? Давайте обследуем. Давайте вот это доведем до конца. Вот это, конечно, вот больше вот, здесь, вот таких профилактических вот диспансеризаций, где можно распознать вот первоначальные заболевания. И в частности, диспансеризация – это направлено на раннее выявление онкологии и других заболеваний, а это все как раз национальные проекты здравоохранения по снижению смертности от онкологических заболеваний, от болезней системы кровообращения. То есть мы нацелены на эту программу, и как можно больше пациентов мы обязательно направляем в отделение профилактики. В 2019 году диспансеризацию прошли почти 1,5 миллиона самарцев. На важность профилактической работы обратил внимание глава региона Дмитрий Азаров в послании депутатам и жителям региона. Благодаря этим мерам в 2019 году диспансеризацию прошли 1,433 миллиона человек. Есть результат. За 11 месяцев в ходе диспансеризации злокачественных новообразований выявлено на 19,3% больше, чем в 2018 году. Сердечно-сосудистых болезней почти вдвое больше. Что это значит? Что медики получают шанс спасти жизнь этого человека. Пройти медицинский осмотр может каждый житель региона один раз в год. Мария Левина, Николай Сидоров. События.